Добрый день. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, а то вас сквознёт. Я новая соседка Прасковья Ивановна. Да, я знаю, знаю, как же. Вы разрешили бы от нас позвонить? Пожалуйста. У вас с телефоном что-нибудь случилось? Нет, с телефоном все в порядке. Не хочу волновать Прасковью Ивановну, тем более она после работы. Какое же волнение. Она сердится, когда я по телефону говорю. Да что вы, это вам показалось? Нет, правда. Я же вижу. От вас можно? Ну, конечно, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Ой, извините, ради бога. Ничего, ничего. Мам! Иду, иду, иду. Мама, а кто там? Алло. Алло. Пашина соседка. Слышно? Ты знаешь, она Паша боится. Так если ты боишься. О, из квартиры. Почему ты ее боишься? Ну, в общем, Паша женщина решительная. Изменилась она очень. Резкая стала. После дяди Юры. Да. Не надо про это. Да, 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 обязательно. А кто она, не знаешь? Я буду. Кто? Да. Ну, соседка, тетя Паша. Я слышу, слышу. А, по-моему, портниха или модельер. Я, в общем, не поняла. Со швейной фабрики, короче говоря. А в какой, не спросила? Нет, не спросила. А тебе зачем? А у нас сегодня на фабрике встреча предприятий Снежников. Ну? Ткацкого и швейного. Ну что? Пойти спросить? Или неудобно как-то? Ну, а чего ж неудобного? Хорошо. Пора познакомиться. Хорошо. Человек, она новый, вам с ним жить. Спасибо большое. Я ушла. Мам, пойди сюда. Смотри. Усни. Ну, а чё ж такого? Обыкновенный ребенок. Ну да, скажешь, ты уже обыкновенный. Я таких ни у кого не видела. Да много ты видела. Тихо. Чего тебе? Дай напиться, у меня руки грязные. Может, чай хочешь? Потом. Мы скоро заканчиваем. Я думала, закончит картину. Работать меньше будет. Ну да, вдвое больше. Прям запойный стал. А кого пишет? Не знаю, дядя какой-то. Костя его на улице увидел, попросил позировать. Да, пожалуй, и все. А это кто? Это? Это мой друг. Вова. Вова. А вы что, разве его знаете? Еще бы. Я с ним сидел. 16 кило проволоки взяли по глупости. Ему 3 года дали, а мне 5. Так, понятно. Ну, а теперь он замечательный монтажник. А вы, простите, в профессии кто? Вор. Ну? Ха. Ну, кажется, профессия так. Баловство. Украл, пропил. Продал, пропил.
Да всякая профессия баловство, ваша тоже. Ну, это спасибо, глупо. Я не курю. Все равно один конец. И глупые умрут, и умные умрут. Ну, это ты попу расскажи. Вор. А зачем же позировать, согласился? Ну, я пошутил. Я такой же монтажник, как и он. На одной стройке работали. Вы меня не будете. Дурачок ты. Я во время войны на двух немецких автоматчиков с ножом ходил. Во время войны? Сейчас мир. А мне один дружок рассказывал, он с одного макинтош снял, а тот весь в орденах. Стоит и моргает. Ну, этого тоска взяла, отдал обратно. Макинтош и говорит, чего ж не сопротивляешься? А тот говорит, дурак, а сам моргает. А на войне жизнь отдавал. Ну, что скажешь, а? Я скажу, дурак. Он за родину жизнь отдавал, а за макинтош не захотел. Понял? Понял. Ни черта ты не понял. И дружок твой не понял. На бегу разве разглядишь? Украл, беги, продал, беги. Тебя давно освободили? Неделю назад. Вовин адрес дадите? Адрес? Да. А почему же не дать? Да. Дам адрес. Он сегодня будет здесь. Что мне ему сказать о вас? Он скажет, что Леха Грачев привет передал. И больше ничего не надо говорить. А что, разыскиваешь его? Можешь разыщу, а можешь и нет. Но я побежал. Ну, вы что мы сделали для вас? Слушайте, у меня воспитатели вон где сидят. Захочу сам устроить, я человек свободный. Но я побежал. Ну, вот Вове надо все. Вот деньги. 5 сеансов по 3 рубля. Правильно? Правильно. Жень, дай к нам чайку. Да нет, ничего не стоит. Спасибо. Я побежал. Ну, беги, беги. Закончили? Ага. Совсем? Ага. Ну, всего вам доброго. И вам всего доброго. Хорошо. Заходите еще. Вряд ли. Извините, если что не так. А что, все так. Здравствуйте. До свидания. До свидания. До свидания. Ну как? Гошка, прекрасно. Мою игрушку показала? Ну, а как же, кажется, показала. Ну, что? Заулыбался. Слушай, Настя, скажи ты, пожалуйста, своей Жене, чтобы она, ну, подала заявление это в садовый участок, в садовый кооператив. Ну, что же это такое? Осталось 3 участка, надо проводить жеребьевку. Она всех задерживает. Пашенька, ну, как я ей скажу уж? Что ты, что она госпога, я... Ты мать? Решительный. Ты мать? Нет, Паша, я не мать, я теперь бабушка. Так, да. Ну, мама сказала. Кто? Гошка. Бабушка ненормальная, мать ненормальная. Гошка сказал. Сказал. Ну, только булькать умеет в 2 месяца. Сказал. Идем, послушаешь. Пошли, господи. Да, Токарев. Я позову сейчас Михаила Николаевича. Не надо? Нет, я могу позвать. Хорошо, передам. Меня? Владимир Васильевич. Михаил Николаевич. Нет, нет, мне удобно говорить. Миша, могу. Дай мне твой платок. Да мне нормально. Да это только по-твоему. Слушаю. Позор. На, держи. О, тирания. Хорошо. Хорошо, спасибо. Вов, ну кончай разговаривать с девушками. Михаил Николаевич, это ректор. Да-да. Токарев, на выход. Ой, как мальчишка, честное слово. Спасибо, спасибо. Мы сейчас едем. Спасибо. Михаил Николаевич, это ректор. Вы знаете, что он сказал? Да знаю, знаю, что он сказал. Слушай, я Кирилл Николаевич задержусь здесь. Так. У меня в кабинете в портфель должны быть деньжата. И сегодня в честь такого дня полагаются духи и Женьки. За сына тоже парню 2 месяца сегодня. Но почему вы-то, Михаил Николаевич? Я ведь тоже могу. Вов, пойди посмотри мне.
нашел в портфеле приказ 0363А. Есть ли? Есть, есть, Михаил Николаевич, есть. Ну, ты пойди посмотри, может быть, я его на работе забыл. Михаил Николаевич, ну что вы прав за человек? Кира. Миш, чего? У тебя духи какие? Мне бы тоже надо. Это женские духи, Миш, тебе не годятся. Вау! Ну, есть там приказ 0472, а... Миш, ты только что называл совсем другой номер. Есть, есть. Что-то странное вы себя ведете. Что? И Вова какой-то странный, может быть, он сердится на меня. Кто, Вова? Да. Ну же, Вова, пойди сюда. Кира Николаевна говорит, что ты какой-то странный. Угу. Кира Николаевна, ну не разыгрывайте вы меня. Я и так хожу, как аршин под платье. Может быть, вы мне объясните, что происходит? А у него сегодня торжественный день. Что, день рождения? Как, Кирилл Николаевич, я второй раз родился. Я же ничего не понимаю. Вова, ну... Вовы больше нет. Есть изобретатель Владимир Васильевич Токарев. Он сегодня получает тоже авторское свидетельство. Господи, ну так бы прямо и сказали. Ну, почему я, Михаил Николаевич, и вы, и мы все... У меня 11-е, а у тебя 1-е. Что ж, Владимир Васильевич, я вас поздравляю. От всей души поздравляю. Спасибо. Ох, Владимир Васильевич, ты только нос не сдери, товарищ Токарев. Смеетесь, Михаил Николаевич. Он смеется. Не смеется, он счастлив. Так? Есть, немного. Поехали, Мишка, я тебя знаю, есть. Ну, пошли. Пошли. Товарищ Токарев, будь готов. Я готов. За мной. Да вы только не забудьте, сегодня у Якушевых тоже день рождения. Не опоздайте. Здравствуйте. Заходите, пожалуйста. Ой, скорее тут поздно. Я товарищ Кукушкин. Здравствуйте, Николай Васильевич. Якушевы дома? Дома, дома. Я, знаете, хотел так зайти, но потом вспомнил. Смотался за подарком. Вот, принес. Грузинская керамика 280. Ух, надо смыть бумажечку. А в честь чего подарок-то? А день рождения внука вашего. А, день рождения внука моего был 2 месяца назад. А, первый год полагается каждый месяц. Знаете, порядки. А, как же, не первый год. Глазами хлопаю. Когда же кончат над ребенком измываться? Ну? Что такое, Паша? Ну, что же такое, выворачивают ручки, ножки ему. Да Паша, что ну, же кто, такое? Кто варит? Ну, кто, ну, он Женя. О, Пашенька, это физкультура называется. А, доктор велел, я слышал, да. Сейчас это модно. Ну какая же это физкультура, ведь ребенок же от физкультуры должен радоваться, а у него ручки и ножки, он кричит. Пашенька, ну он кричит и радуется. Ты да погляди, ну какой, куда же ему вот такому ручки-то выворачивать? Паш, не нет, знаю. Не, Паш, не сердись. Не знаю, не знаю просто, не знаю, что вы думаете сами прямо. Да не сердись, Паша, милая. Обидчивая какая стала, она и в молодости такая. Я ее боюсь. Я тоже. Ну, вообще-то я деловой. А чего же мы здесь стоим? Проходите, пожалуйста. Спасибо. Проходите. Спасибо. Здрасте, Николай Викторович. Здравствуйте, Женечка. Костя, а кто эту еду приготовил? Я? А что? Нравится? Ничего. Я знаю, ты в меня влюблен. Как это ты догадался? А ты эту штуку пересолил. Да? Ну что, экспериментальная еда, прости. Ничего, я тебе тоже что-нибудь пересолю. Костя, представляешь, я сегодня вышла на лестницу. Запах пряжи услышала. Сразу девочек вспомнила из цеха. Не дури. Костя, там на фабрике сегодня наши встречаются со швейниками. Еще школа мастеров. Тетя Паш туда пойдет, а? Что-то вы у меня сегодня нервничаете, мамаша. Ну, Костя, а? А? Ну что, что, а? Вообще, не дури, говорю. Ну что, хочешь сходить? Очень. А, Гошка, мне же по магазинам идти, у вас вечером гости. Полный дом народу, а с внуком погулять некому. Женя, уходи. Давайте я с ребеночком.
Почему? Нет, что вы, что вы, не беспокойтесь, я опытный. Вот Женечка знает. Такие, как я, один на миллион. Ну, вы же знаете, он удивительный ребенок. Мамочка, он такой спокойный. Ну, что ты в самом деле? Костя, ты сейчас все равно Антонину писать будешь. А я Диму попрошу занятия на завтра передвинуть. Еще и Дима. Ну, ты же знаешь, он меня к экзаменам готовит. Ну, мне же на заочный поступать. Кость, ты что? Там, к телефону иди. Алло? Это я, Женя. Ой, Дима. Здрасте. Да нет. Ну, да ладно вам. Соскучились. Дима, а вы не можете завтра, а? Ну, мне сейчас надо с Людой на фабрику сходить. Ну, там, по делу. А завтра мы с ней свободные. Да нет. Ну, я выучила все. Ну, почти. Поняла, не все. У меня мозги не работают. Да ладно вам. Угу. Ну, спасибо. Договорились. До свидания. По-моему, он ее к этому Диме ревнует. Ну, ты же мать, тебе это видней. Господи, зашел кому ревновать? Около меня, наверное, на фабрике такие короли ходят. Что это, по-твоему, Костя не король, что ли? Он просто не любит вот этих, которые там тихой сапой так пробираются. Как это тебя понять? А вот так, как хочешь, так и понимай. Вот не любит он... Придет в дом такой, вроде как будто бы необходимый дом, такой тихой сапой. Ах, я несчастный. Ну, бабья жалость пожалеет. Это ты один, что ли? Я просто так вообще. Костя. Что? Что такое? Какой-то ты... Не такой какой-то стал. Какой? Ну, я не знаю, какой ты волнуешься, что-то нервничаешь, молчаливый какой-то. Что такое? Дядь Паша, помнишь, у нас с тобой разговор был насчет жор-художников? Помню, а как же? Когда ты еще картину писала, а Женя все на кухне сидела одна. А так теперь я на кухне сижу. Не надо, Костя. Не надо, не валяй дурака. У тебя есть мастерская, пиши, работай. Не надо, Костя. Ну, оставим это. Дождалась? Что дождалась? Его не поймешь, что им плохо, когда я дома сижу, то наоборот, когда меня дома нет. А это не наоборот, Женя, это одно и то же. Ты и дома не с ним, и не дома не с ним. Я же не хочу ему мешать. А зачем мешать? Мешать не надо. Вот так-то ты ему гораздо хуже мешаешь. Я не знала, что ты такая. Упустила? Что упустила? Ты молодая еще, глупая, Женя. А Косте сколько? Ты его ведь должна продлить, а ты что делаешь? Ничего не делаю. Вот именно, ничего не делаешь, а надо. Что? Костя, сходи куда-нибудь. Ну не сидит все время дома. Никуда я не пойду. Скоро Антонина придет, я портрет заканчиваю. Ну вот видишь, ма. Ты зайди, Кости. Зачем? Женя, ты же видишь, что он сердится. Вот здесь пеленки для Гошки, вон там витамин. Через 3 часа я вернусь. Женя, что же ты мать-то не слушаешь? Ведь она правда тебе говорит, зайди, Кости. Ну, тетя Паша, ну все хорошо, ну ты что? Я не знаю, разбирайтесь вы как хотите. Я у себя дома поглажу. Спасибо, Пашенька.
Я сказала, зайди. Зайди сейчас же. Кость, ты что, разозлился, что ли? Тебе не нравится, что я ухожу, да? Кость, скажи прямо, что тебе не нравится? Мне многое не нравится. Что? Мне не нравится, что ты много шумишь. Не выкручивайся. Мне не нравится, что наш дом стал проходным двором. Почему проходным двором? Без людей нельзя, Костя. Верно. Но мне не нравится, что каждый может прийти в наш дом без спроса. Знаешь, как бывает? Шли мимо, ах, решили зайти к Якушеву. И звонят. Здравствуй, Женя, скучно, решили зайти. И улыбаюсь, иногда мне хочется поубивать. Особенно этого Диму. Тебе ведь тоже приходит. Сейчас Антонина придет. Ты вот ее портрет пишешь. Ну а что ж ты ее не выгонишь? Давай для ровного счета. Одного ты, одного я. Мне она самому не нравится. А чем тебе Дима не нравится? Он несчастный. Кто несчастный? От него жена ушла. Ох, скажите, пожалуйста. От Димы жена ушла. Костя, ты, может, вообще всех ненавидишь? Я? Ты. Что он тебе плохого сделал, Дима? Что? Не знаю. Чужой, все. Чем же он чужой? Не знаю, так воспитывался. Этот свой, этот чужой. Это с нашего двора, это не с нашего двора. Не знаю, ничего с собой поделать не мог. Это же плохо. Плохо. Ну что же, у меня тоже есть недостатки. Придется примириться. В чем-то ты прав. В чем-то нет. Не могу разобраться. Он прав. Мама. Он прав во всем. Ну, мама же. Ну что, мама? Что, мама? Ты разве жена? Была бы я такая, твой отец бы, как муха, меня бы прихлопнул. Ишь ты. Тебе не нравится? Да, не нравится. Вот. Все они такие. Чуть что, фыр-фыр. Беды не знали, вот и фыркают. А ты прав, Костя. Во всем прав. Нет, 60 сантиметров будет мало. Ширина 7. Простите, а вы в декрете? А вы что здесь? Сегодня без меня ни шагу. О, я на музыке. Вот, ты уж да уж. О-хо-хо-хо. Не понимаю ваших намеков. А? Ой, здравствуйте. Здравствуйте. И вы здесь. Следующая модель моя. Боитесь? Кошмар. Судят так строго, ужас. Жень. А, иду. Не пуха вам? Иди, место есть, пошли. Давно начали? Недавно. Ну что, слово предоставляет швейникам? Товарищи. Эта ткань себя пережила.
Современный покупатель руководствуется не ценой, а внешним видом. Нам говорят, швейнику надо быть воспитанным человеком. А вот шили платье из устаревшей ткани. Это же обидит человека, верно? Нет, ткань устарела. Это красители плохие. Ну. Да, молодежь требует ярких тонов. Правильно. Я абсолютно согласен. Теперь дальше. Товарищи, насчет воротничков. А что? Да. Вот раскроили ткань под эти воротнички. Потом мы ждем эти воротнички. Товарищи, у нас конвейер, мы несем потери. Вы говорите, конвейер, потери несем. Вот у нас соревнования предприятий смежников. Какое это соревнование? Господи, кто кого обгонит? А соревноваться надо в поиске на пользу дела. Вот кто меня в этом соревновании обгонит, тогда я буду рад. Нужно соревноваться от знака качества на сырье до знака качества на одежде. То есть, значит, от станка до прилавка. Вот и до. Товарищи. Вот какой нам нужен конвейер. Товарищ, я как раз обнимаю. А? Модель неудачная и по фасону, и по ткани. Да. Конечно. Все, голосую. За. Против. Большинство против. Ткань будем снимать с производства. Давайте следующий. Товарищи, демонстрируется модель экспериментального цеха, художник-модельер Макарова. Пожалуйста. Чего, хорошая модель. Смотри, смотри. Да ну, что ты приставишь, господи. Ну, я же вижу, ну, вижу. Отстань. Что с музыкой? Ты что делаешь? Пленка оборвалась. Кровь из носа, чтоб была музыка. Слышишь, Коля? Не надо. Надо оставить. Вы знаете, удачно получилось, что музыка пропала. Ой, я так испугалась, что было провал. В цирке всегда самый эффектный номер без музыки подается. То публика ахала. А Шивачкин-то, оказывается, человек со вкусом. А? Молодец, говорю, толково придумал. С музыкальной паузой. Это мой ученик. Да? Да. Поздравляю вас, Нина. Спасибо. Поздравляю. Извините. Ну, ваше мнение, швейники. Модель интересная. По ткани, по цвету. Очень технологичная. А вы как? Знак качества. Товарищи, есть предложение, ходатайствует об аттестации на знак качества и рекомендовать для массового производства. Кто за? Согласны? Кто против? Кто? Товарищи, мне особо хочется поздравить весь экспериментальный цех в лице товарища Макарова. Все ворчало, неизвестно кто, она мастер. Ну что, что, я возражаю, что ли? А что не похлопала? Некрасиво. Ну ладно, ты меня не учи, ты еще молода. Мастер. Неизвестно, какой ты еще мастер. Это точно никому не известно. Костю своего совсем забросила? Это что у вас у молодых мастеров так полагается? А вот тут уж ты меня не учи, ладно? Да. Слушай, Женя.
Костя мужик терпеливый. Это страшней. Брас сломается. Дим, поздравим ее, неудобно. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Прасковья Ивановна, у меня настроение хорошее. Вы не думайте. Я здесь все понимаю. Поздравляю вас. И я. Спасибо. Я понимаю. Въехала к вам в квартиру, как снег на голову свалился. Не в этом дело. Ну, вы потерпите. Я временно. Мне ведь квартиру скоро дадут. Временно, временно. В том-то и дело, что временно. Я отворачиваюсь, потому что привыкнуть боюсь. Я тоже. Что тоже? Тоже привыкнуть боюсь. У меня тоже. Беда. Ничего. Не бойтесь. Ничего, все пройдет. Раз с нами судьба связала, ничего, переживем. Давайте жить потихоньку. Вас как, Нина зовут? Нина Ивановна. Нина. Вот. Давайте. Дел много у меня. Садовые участки. Женька бестолковая. Маленькая. Гошка. Чего ты, Паша? Ты что? Никак не могу привыкнуть без Юры. Чуть. Я говорю, вообще-то я деловой. Дом был свой в Дегунино. Продал. Ёлки-моталки. К сыну переехал. Со старухой. Ага. Но жена-то у меня, конечно, старая, не то что у Кости, Женечка. Зато я оригинальный. Таких, как я, один на миллион. Деловой это хорошо. Ксюша, ну что вы все время стоите? Садитесь чай пить. Жень скоро придет. Садите. Спасибо, спасибо, я не хочу. Барахла накупил, жуть. В комнату не войти, во, жить негде. Это зачем же? Не знаю, говорят, надо. Холодильник «Атлас» купил, 34-го года выпуска, да. Фирмы «Вестингаус». Горелый. Один шкаф железный остался. Ну, мастер мне реле сменил, мотор с компрессором поставил. Работает. «Атлас» 34-го года. Ни у кого нет. «Вестингаус». Извините, ради бога, у меня там бульон стоит. Пожалуйста. А вы замужем? Нет. Дураки мужчины. В одном сезоне в моде худые женщины, в одном сезоне полные. А в каком сезоне в моде хорошие женщины? Я ведь человека понимаю. Вот Костя портрет рисует. Да, женщину рисует. Она не понравилась мне. Мы вот погуляли с Георгием. Я эту самую колясочку ставлю, а дверь в мастерскую открыта была. Ну, гляжу, Костя на портрет смотрит, а женщина на Костю. И так сядет, и это. Коленку выставил. Завлекает.
Я ему потом скажу. Такс. Ну так как у нас было вчера? Так. О чем вы все время думаете, Константин Якуш? Я думаю о вашей... о вашей сестре. А я подумала, что обо мне. Нет, не о вас. Константин Петрович, а портрет совсем готов. Ты так считаешь? Константин Петрович. Да нет, Ксюш, еще не готов. Что же вы думаете о Ксении? Константин Петрович, а Женя скоро придет? Что касается Жени, то этого никто не знает. Они с вашей Женей в чем-то похожи. А вы знаете, чем Ксюша отличается от Жени? Чем? Женя, когда разговаривает, смотрит в глаза, а вот Ксюша... Ксюша не смотрит. И все. Чересчур просто. А по-моему, так чересчур мудрено. А вот видите, когда... об одной и той же вещи существуют такие противоположные мнения, значит, где-то рядом кроется открытие. Потом ведь Ксюша боится чего-то, а Женя, она смелая. А ведь я сама такая была, как они. Так в чем же дело? Да не проживешь, съедят. Съедят уж будто. Конечно, можно прожить, только ведь надо место свое занять. О, вот так и говорите. Я вот так и говорю. Красивая женщина по другой цене идет. А любовь? У тебя по какой цене идет? Любовь пройдет, а что останется? Как что останется? Дети останутся, дело останется, память останется. А почему эта любовь должна пройти? А вдруг не пройдет? Вдруг. Вот именно, что вдруг. Вдруг пришла, вдруг ушла. А вдруг жизнь не построишь. А на чем построишь? На барахле? Не знаю. Если думаешь, что я барахло ценю. Плевать мне на барахло. Только барахло, оно устойчивое дает. Вот какая штука. Константин Петрович, почему вы молчите? Это знак согласия? Нет, Ксюша, это стратегия. Зачем ты сюда приходишь? Портрет, видишь, пишут. Зачем ты сюда пришла? Поглядеть, куда ты бегаешь. Уходи! Ну-с. Продолжим, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вас к женщинам тянет? Тянет. Как же жена ваша? Вот меня к ней тянет. Дрянь. Константин Петрович, не слушайте ее. Почему? Ну что же, вы не видите, что она вас дразнит? Константин Петрович, вы ее не знаете. Ксюша, я себя знаю. Уберите колено. Что? Я говорю, колено уберите. Коленный сустав. Я ведь лицо рисую. А вы на лицо и смотрите. А если будете так разговаривать, я от заказа откажусь.
Ну ладно, быстренько закончим. А если вы скажете еще одно слово, я проткну холст. Или вместо лица нарисую колено. Ну, хватит вам. Я же пошутила. Я тоже. Ксюш, я ведь не знал, что это ваша сестра. Извините. Да ничего не важно. Как же это получилось, что он ее портрет пишет? Ну как? Привязалась за мной. Напишите мой портрет, Константин Якушев. Константин Якушев, напишите мой портрет. Вот Константин Якушев и трудится. Зря он это придумал. Конечно, зря. Заканчиваем, товарищи. Подвожу итоги. На этом занятии мы познакомились с некоторыми общими основами науки управления. Мы разобрали не столько критическую ситуацию, сколько ситуации, которые встречаются в работе мастера. Речь шла о типичных ситуациях, которые всем хорошо известны. Человек не знает, как себя вести в конфликтной ситуации, а не может найти выхода потому, что не был к этому готов и не продумал своего поведения. Ну, на сегодня все. Вопросы есть? Разрешите вопрос. Пожалуйста. А что, из всякой ситуации есть выход? Ну, конечно, если не считать безвыходных положений. Вы напрасно смеетесь. Есть ситуации, которые в принципе являются безвыходными. Так называемые трагические. А вот один человек говорит, что нет безвыходных положений. Кто этот человек? Мой муж. Ну, здорово, повезло, Якушева. А, вы не поняли. Ну, он говорит, в жизни они, конечно, есть, но их могло бы не быть. Значит, не должно быть. Ну, не бывает и не должно быть, это разные вещи. Что ты делаешь? Ну, я тоже говорю, что разные. Ну, понимаете, ну, если один раз случилась беда, надо догадаться, почему она случилась, и постараться, чтобы второй раз не было. Ишь, как просто. Легко у тебя получается. Ну, почему легко? Конечно. Ну, разве изобретать легко, а тут изобретать надо. Молода еще. Не нарывала. Всего не изобретешь. Изобретешь. Тихо, тихо, товарищи. Конечно, я пшу права, изобретать надо, иначе жить было бы нельзя. Вот, например, ну, автомашин было мало, они чуть что гудели. А потом гудков стало столько, что от шума стало вреда больше, чем от наездов. Гудки отменили, стали усложнять правила уличного движения. Ну, а сейчас правила стали такие сложные, что начинают изобретать другие выходы. Ну, централизованное управление движением, локатор на машинах, автоматы и так далее. Ну, то есть люди ищут выхода из сложившейся ситуации. Ну, понятно. Простите, да. Но, к сожалению, это не всегда удается. Вот вам классический пример безвыходного положения. Старая задача с кораблекрушением. Не помните? Нет. Корабль утонул. В море оказались трое. Муж, его мать и его жена. По условию задачи спасти он может только одну из них. Кого спасать? Но кого спасать? Мать, конечно. Мать одна, а жен много. И ведь это она сыну мать, а жене-то чужая. Ну что? Жена ему доверила, считал он защитник, а он ее предал? Не предал. Мать спас. Так мать-то спасает, а как потом жить будет? Да он же не забудет, как жена тонула, звала. А ему потом хоть в петлю. Ну а так если это... мать на помощь звала, это же мать. Ой, итак, в петлю и так. Спасайтесь, кто может. Я вдвоем тонуть. Тихо, тихо, тихо. Вот видите, это пример ситуации, из которой нет выхода. Что-то я... Как-то не верю в это. Не может быть, чтобы уж не было никакого выхода. Ну, какой же выход? Да, ну а как выход? Надо. Троим тонуть, как говорит, простите, я не знаю. Махалёва. Кто-то хорошо сказал, товарищ Махалёва, что самоубийство – это выход из любой ситуации. Но это ситуация, из которой нет выхода. И товарищ не прав. Спасайся, кто может, ситуацию не разрешит. Она все равно будет трагической.
Не знаю, что-то чует мое сердце, что-то тут не так. Не знаю. Не может быть, чтобы не было выхода. Не может быть, что нельзя спасти. Не знаю. Просто, вы, видимо, добрый человек, и ваше сознание не может смириться с гибелью людей. А раз не может, значит, надо что-то придумать. Ну а что? Что придумать? Но не в этом случае. Повторяю, это пример ситуации, из которой не может быть выхода в принципе. Нет, есть. Ну, надо уважать. Товарищ лектор тебя научно объясняет. Выхода нет. Нет, есть. Пожалуйста, какой? Какой? Ну, пожалуйста. Ну, надо, чтобы не погиб пароход. А ведь тут что-то есть. Все, товарищи. До свидания. Спасибо. Эй, ума можно зайти. Кофе ничего не ел, наверное. Идем скорее. Мы возвращались из института. Настроение превосходное. Сам ведь ректор поздравил. Да, да. Да не надо, Кирилл. Хулиганье. Ну, как раз около дома, слышу, меня кликнул. Я оглянулся, Лёлькин муж. А оно у меня с ним давнишняя дружба. Очень давнишняя. Да, ну, слушай, он говорит, вот это и есть, говорит, Вова. Догоняют они нас. Нас с Михаилом Николаевичем двое, 6 человек. Да, Лёлькин муж в стороне стоял. Да, ну, отвратительно, отвратительно. Да просто кинул, их 6 человек. Да, ну а здесь Михаил Николаевич тачки разбили. Смешно. А потом слышу, Вова, подвинься. Смотрю, Лёша Грачев, это мой приятель. Он, оказывается, мне позвонил, а сказали, что его Михаил Николаевич. Вот он и сюда и шел. Да, ну, здесь вот Лёха и начал. Мы Михаила Николаевича в сторону отодвинули, и пошло. Я смотрю, двое валяются, двое ползут, двое по переулку топают. Да. Если бы не Леха, нам бы туго пришлось. Ну, как это? Да, ничего, пустяки. Вот шпана, а? Мразь ползучая. Как-то я в сундуны пошел. Ну, банщик говорит, опустился ты, Кукушкин, в ванне моешься. Я ничего, моюсь я, упреков не боюсь. Банщик, не Гриша звать? Откуда вы знаете, он же в мужском отделении. Знаю. Да, банщика-то зовут Гриша Луноход. К чему Луноход? Да его за пивом послать 1.5 часа ходит. Известный. Таких, как он, тоже 1 на 1 000 000. Ну, спасибо вам большое, что вы с внуком погуляли. Вы знаете, мы сегодня замотали все. Вечером ждем вас в гости. А ну, какой я гость? Вообще-то, вы знаете, если что нужно, вы не стесняйтесь, сразу говорите. Спасибо. Вы знаете, как вот тогда с дядей Юрой случилось несчастье, так я к вашему дому душой приник. Вы последний дядю Юру видели? Как сейчас помню. Сидим на бульваре. Снег падает. Но мы прохожих обсуждаем. Потом устали оба. Дядя Юра глаза закрыл. Ну, я его что-то спросил, молчит. Ну, пусть, думаю, поспит. Ну, сидим, отдыхаем. Потом я оглянулся. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ну, ну как с Гошей-то погулял? С Георгием? Да. Великолепно. Ребенок культурный, спокойный, орал, соблюдался. Женщина пришла, покормила его, вон он и сопит в 2 дырочки. Спасибо вам большое. Ну, спасибо. Я завтра еще приду. Заходите. Всего хорошего. Людовик. Что ты все время Людовиком зовешь? Я не знаю, так. Он ведь краснодеревщик. И вот рассказывает, что во Франции все короли Людовиками были. И что не Людовик, то новая мебель. Я вам запутаюсь. Как Костик? Пишет. Ну, а Женя с Ксюшей на кухне сидят. Чудно мне все это, Паша, чудно. А что тебе чудно-то? Ну, как что? Ну, чего, обычный, нормальный, сумасшедший дом. Кость.
Представляешь, как твоя Женя сегодня меня опозорила. Здравствуйте. Ну да. Да. А лектор просил назвать любимого героя. Ну, там встает, каждый называет кто кого. А Женя встала и говорит, моя самая любимая героиня тетя Паша, ты представляешь? Да. Представляешь, так вот просто и сказал. Ты бы все-таки сказал бы ей что-нибудь, но как-то неудобно. Зачем? Ну, а что? А что ей сказать? Ее спросили, кто ее любимый герой. Она сказала, что ты. У каждого свой. Ну, все-таки как-то нет. А. Ну, чего ты смеешься, Жень? Если, по-моему, немножечко так. Да. Ну, как вы тут без меня? Не сгораживай свет. Костя, а кто твой любимый герой? Мой? Атос. Кто? Это из трех мушкетеров. Я знаю. Несерьезный ты какой-то, Костя. Значит, не я твой любимый герой. Ты мой муж. Четкий ответ. Жень. Я все-таки работаю. Костя, я не бездельничаю. Ну, потом, после. Не пойду. Ревнивая она у вас. Вы так считаете? А по-моему, ей сейчас на меня наплевать. Знаете, я на рассвете встаю сына кормить. Потом укладываю его спать на балконе. Стою и смотрю вниз. А внизу тормоза визжат, и весь асфальт исчеркан полосами. Еще секунда и удар. Авария. К чему это? Затормози, Костя. Заранее затормози. Вовремя. А как это художники раздетых женщин рисуют? Это сложный вопрос. Голову чуть правее, вот так. Нет, правда, как, а? Ну, как? Вот так вот и рисуют. А кто на это соглашается? Это сложный вопрос. Опять голову повернули. Правее. Я бы не смогла. Ну, а раз не можете, значит, и не надо. А хотите с меня раздетый портрет красками нарисовать? Ну, не раздетый, а обнаженный. Если красками, то не нарисовать, а написать. Нет, не хочется. Почему? Вы мне по цвету не нравитесь. Да. Чем же у меня цвет плохой? А у моей сестры вам цвет нравится. Да, по-моему, прекрасный человек. А я? Вы? Ничего, хорошенько. Выходит, не прекрасно. Да, вы не прекрасны. Могли бы быть повежливее. А вы сидите тихо, а то вот нарисую. Руку уберите. Нарисую рот до уши или нос кривой. В холодильнике обед стоит, мама приготовила. Не хочется. Тетя Паш, ну скажи ты ему. Вот это уже лишнее. Костя, ты, пожалуйста, не ругай Женю. Сейчас спокойненько мы тебя накормим. Сейчас. В чем дело? Почему такая сутолока вокруг моей кормежки?
Извини. Идем. Ну вот, на сегодня, пожалуй, все. Похоже? А, Ксюх. Не знаю. Константин Петрович, а что, он правда готов? Кто? Портрет. Нет. Еще сеанс 3. А почему вы сказали, что я в глаза не смотрю? Но ведь это ж правда. Знаете, что я вам скажу? Что мне иногда жить не хочется. Нет. Жить вам хочется. Вы просто не знаете, как. Ну что я должна делать? Что? Мне кажется, Ксюша, что вы очень богатый человек. Вам нужно помогать, делать подарки, а вы так на холостых оборотах. А кому? Кому попало помогать? Нет. Кому попало, нельзя. Кому попало, это паразитов плодить. У них одна философия. Дай. Это вы не на ту улицу заехали. На той улице одна философия. Там ложку мимо рта не пронесут. Правда? Как же вы можете так говорить? Вы же его совершенно не знаете. Кого? Да Игоря, жениха Ксения. Господи, я действительно не знаю, я не думал о нем. Ксения, может, вы его действительно не знаете? Все. Зачем ты согласился ее писать? Все равно всех денег не заработаешь. Ты не понимаешь это, Паш. Она портрет заказала. Ну. Вот. И ведет себя как заказчица. Ну, а мне это и нужно. И портрет будет называться заказчица. А что это сахар ты ешь? Ты что, не пил чай? Идем идти еще куда, что ли? Пойдем. А есть это? Есть. Женька сказала, Женька сказала. Да мало что она сказала-то. Я вот тут пятый раз. Пригляделась я, все это слова. На самом деле у него своя жизнь, у нее своя. Вот тебе вся любовь. Ты злая и не понимаешь да ничего. Брось, ты, брось. Все мудришь. Ты, между прочим, домудришься, что Игорь на тебя плюет. Ты на Пахомова рассчитываешь, так не пишет же он тебе. Он звонит мне. А тебе все мало, тебе все дай. Кому? Тебе? Как забитую, хочешь, я тебе скажу? У меня вот все есть, а тебя замуж никто не берет. Ты что? Ксюш, ну что ты? Закончили? Да. На сегодня все. Что-то долго. Да уж, извините, пожалуйста. Зачем вы сестре сказали? Зачем? Мы этого не любим. Женя, что такое? Она Ксюше сказала, что ее никто замуж не берет. О, ничего себе, сестреночка. Зачем вы это сказали? А это так и есть. Я-то ведь замуж. Да вы знаете, не совсем так. Она собой не торгует, она вас, видимо, покупатель нашел. Женя, ну что вы говорите? Успокойся, чего ты нервничаешь? Успокойся. Вот что,
Милая моя. Что, милая моя? Я отказываюсь от заказа. Вот это, пожалуй, правильно. Нет, неправильно. Это я отказываюсь от заказа. А ты, сестра? Сеанс окончен, Ксюша. Как ужасно все получилось. Пашенька, милая, ну пойди успокой ее. Ты посмотри на ней лица, нет. Ну что, как чего так? Паш. Ну нет, ну. А что ты трясешься? Господи. Все правильно. Все нормально. В молодости такая была боевая. Че ты? Успокойся. Ну что вы? Ну что такое? Все. Извините, ради бога. Мы вам весь день рождения Гошки испортили. Что ты глупости говоришь, Гос? Он простит. Да что, я Макаренко, что ли? Я этого Леху не знаю совсем. Так ведь Вова его знает. Ты можешь за него поручиться? Ну, Михаил... Да нет, так нельзя. Конечно, он скажет «могу». Сказал «а», скажет и «б». Да, я могу за него поручиться. Что он за человек? Ему верить можно? Нужно, Михаил Николаевич. Ему сейчас эта вера больше, чем свобода нужна. Я же по себе знаю. Ему стрелку нужно перевернуть. А одному не управиться. Михаил Николаевич, ведь будет полезный член общества. Как ты, что ли? Ну, как я. Любишь ты нас забирать, Владимир Васильевич. Михаил Николаевич, ты прекрати это. Ой, ну не могу я этим делом заниматься. Ну, с Вовой получилось, а здесь где гарантия? Ну что, не понравился он тебе, что ли? Да нет, не в этом дело. Понравился, не понравился. Вова мне понравился, понимаешь? Я ему подарок сделал бесплатно. А тут получается, что я расплачиваюсь за то, что мне морду не дали набить. Не грозил, как мне здесь получилось. Михаил Николаевич, я просто не могу без ужаса слушать твои рассуждения. Отплатить добром за добро неэтично. Ведь это же дикая логика. И правильно, Кирилл Николаевич, правильно. Ой. Нет, вы меня все равно не поймете. Ну, давайте, где он у вас? Где он? Вон, во дворе, я его сейчас приведу. Попал я как кур вообще. Ничего, Миш, тебе общественность поможет. Кирилл, ну ладно, ну что вы такое? Какая общественность? Я, например. Ты видел, какие я подарки купила? Хороши? Опоздаем мы к Якушеву, я чувствую. Ну, не дождался. Ушел. Ну что ж, упустили парня. Ну. Ну, Ксюша, возьмите себя в руки. Возьмите себя в руки. Ни к чему это, ни к чему. Ну вот. Ну, очень хорошо. Устала. Устала, Паша. Ну, сиди, посиди. Паша. Ну? Женю не пора будить. Гости скоро придут. А? Умаялась. Паша, ну что? Соседка твоя, тихая. Нина, что ли? Ее Ниной звать. Нина. Ты попроси ее, она пускай по знакомству нарисует Жене фасон. Она ведь модельерша. Да, я не о том, Пашенька. Ну а что? Ну что-то, Паш, ну что ты хочешь сказать, говори. Ну, мы у тебя со стол сядем, да? Угу. Пашка, ну честно, ну что ты мне все пугаешь? Честно, ты мне слова не могу вставить. Че ты все пугаешься, Киша, ну что? Ну говори, что ты хочешь. Костя, хочу ее пригласить. Знаешь, я однажды прохожу мимо ее комнаты, а она одна сидит, телевизор смотрит. Мне прям сердце защемило. Ну что, ну, я в гости хочу пригласить ее к нам.
Настя, ага. Вот и все, что ты хотела сказать? Все, Паш, все. Мы с ней помирились. Ксюша, я очень рад, что вы согласны. Ну, а кто это говорит? Это вранье, Ксюша. Вранье, причем подлое вранье. На этом вранье паразиты себе карьеру делают. Да. Одну минуточку, не бросайте трубку. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Спасибо. Женька где? У меня духи для нее. Она с сыном спит. Уже будет пора. Пора. Ну что вы, Миша, это потом. Владимир Васильевич, вы... Это вы, Владимир Васильевич? Это за что же так потом, вас обещают? Потом, 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 объясню. Дело в том, что Владимир Васильевич всю дорогу сидел на торте. Что из этого получилось? Ну, совсем как мы. Хотя, обращайте внимание, выйдите в гости, потом... Сейчас, пожалуйста. Сейчас, какой большущий стал. Где он гвардеец? Гвардеец. Надо посмотреть, у этого гвардейца пеленки сухие. Ну, Паш, ну что ты говоришь, ну конечно сухие, ну что ты. Ух ты, лапонька, лапонька моя хорошенькая. Ну, пошли ко мне. Пойдемте. Пойдемте. Это раз, пойдем еще. У меня да. Спасибо большое. Да. Да, я слушаю. А кто это говорит, что человеческая природа несовершенна? Кто? Жених ваш. Ну так вот, когда я слышу, что человеческая природа несовершенства, я зверею. Да. Человек совершенства. Он только мало об этом знает, говорю. Что? Я прав? Факт прав. Что не слышу? Не понимаете, почему плачете? Ну, понятно, почему. Сидели в холодильнике, а теперь вот холодильник оттаивает. Ну, ладно. Нам нужно с вами обязательно встретиться, да, и поговорить. Да, вы заходите. Сходите буквально вот на днях, да. Ну, есть. Счастливо. Ну, как наши женщины приходят в себя? Да трудно. Работа себя загружает. Да я сам в себя прийти не могу. Славный был старик. Да вы знаете, у меня мама тоже от любой беды работы лечится. Угу. Вот как дома неприятности, она сразу поводит. Моя мать тоже. Чуть что поломать. Моя тоже. А, смотрите. А я думал, биографии у нас разные. Биографии-то разные, корень один. Ну так, идемте. Пошли. Пошли. Спасибо. Вы идите, а я Женьку разбужу. Приснились сырые проталинки, мне приснилась трава-мурава, мне приснилось, что я еще маленький, и что мама
опять жива. И что ночки стоят весенние, и что утро, а не закат, и что каждый день воскресенье, и что будто я музыкант. Будто вышел я на рассвете золотой своей трубой, и в ответ засмеялись дети и позвали меня с собой. Мы построим наш чистый город, мы отыщем к нему пути, мы придем в этот чистый город, потому что мы там хотим. Мы придем в этот чистый город, потому что мы так хотим. Мне приснились сырые проталинки, мне приснилась трава-мурава, мне приснилось, что я еще маленький, и что мама опять жива. Костя. Что? Костя, что же мы делаем с друг с другом? Ну что, милый? Такой короткий век. Так мало отпущено нам встречаться. Как же надо дорожить встречами, Костя? Ну, успокойся. Я впервые доверился женщине. Решил строить дом. Я ведь художник, Женька. А дом для художника — это или рассвет, или гибель. Середины не бывает. Я не пугаю, я объясняю. Я ведь, знаешь, если заведусь, так все ветром сдует. Одни морозные сквозняки останутся. И ты на сквозняке. Что ты говоришь, Костя? Опомнись. Опомнись. Главное, чтобы не пойди в пароход. Остальное приложится. Начнем с нуля. Гошку не пора кормить? Пора. Что это? На, почитай. Женя, береги Костю. Читай. Костя, береги Женю, дядя Юра. Вот и все завещание. Я. Знаешь, я как будто взлетела меня за веревку назад, назад. Да нет, это потому, что ты просто стала взрослой. Почему тогда так грустно? По этой же причине. Знаешь, у каждого человека есть свой девиз. Одни его знают, другие догадываются, но это не имеет значения. У меня, знаешь, как это? Пока жив,
люблю, пока люблю, жив. Я тоже.